Всем привет, зрители и подписчики канала. Как обычно, пропадаем мы ненадолго. Или надолго. Я уже даже раз я что-то сбилась после влог, наверное, после Москвы был. Потому что приезжаешь, когда вот после таких поездок опять скапливается куча дел и по работе, и дома, и начинаешь разгребать, пока особенно сейчас работа и конец учебного года, мероприятия у детей. У этого постоянно какие-то игры, турниры бесконечные, то в Брянске. А сейчас мы находимся в Орле. Приехали вчера буквально сюда. У нас Черноземье, то есть, как это считается, Россия, турнир. Вот. Пока еще, как обычно, с погодой нам очень везет. В последнее время в Калугу приехали, холод собачий был, что сейчас приехали в Орел, такая же ситуация. Холодно, ветер, дожди. Вчера вообще дети играли просто под ливнем, Они все насквозь мокрые, бегают, у них стекает. Это, конечно, я больше всего боялась, что заболеют. Приехали мы сюда с Вероникой. Сергей работает, Владик дома. Сегодня у нас второй день игр. Вот вроде бы с утра дождь прошел, и сейчас, по крайней мере, ветрено, тучи, но хоть без дождя. И дай бог, чтобы так было дальше. Потому что хочется все-таки куда-нибудь сегодня сходить. Вчера мы максимум-то выбрались до магазина. Купить поесть. И все. На больше нас не хватило. Сначала думали доехать до Мегагрина. Думали, раз уж в парк никуда не получается сходить, в Мегагрин хоть сходить. Но... под дождем тащиться не хотелось до остановки, такси стоило, блин, ну реально бешеных денег, как бы, поэтому перетопчемся. Ай, ветер. Так, ладно, сейчас у нас через 20 минут еще вторая игра. Все пока три игры, которые вчера две, и сегодня они отыграли, они выиграли. Осталась еще одна, пойду искать, где моя... А, Вероника вон там бегает с детьми, с девочками, Илюшка с тренерами на поле. Тише. Так, ну что, мы уже дома сыграли последнюю игру. Выиграли, не знаю, по-моему, какой или 6-2, да, по-моему, со счетом. Тяжелая была игра, конечно, последняя. Небольшой обзор квартиры, где мы живем сейчас. Знаете, честно скажу, это тот вариант квартиры, которая хорошо смотрится, когда вот так вот все застелено, когда разобран диван, потому что когда мы зашли сюда первый раз, да, ощущение у меня было, я думаю, блин, фу. То есть, не то, что там фу, то есть вроде бы все нормально, все то же самое, да, как-то. Но, блин, вот эта шторка была, которая... дневная, там немножко содрана, как-то неряшливо, диван заправлен, как-то непонятно вообще. Ну и плюс, конечно, то, что вот минус подушки-то все грязноватые, поэтому, так сказать, такое ощущение не очень хорошее мне было. Но время уже было поздно, когда что-то еще искать повторно уже не было ни сил, ни возможностей, и уже все устали, так. И поэтому я первым делом, что это... пошла в магазин, купила порошок стиральный, перестирала покрывало, одно, второе постирала, чтобы уже когда постелили постельное белье, потому что даже эта кровать была не заправлена, и постель лежала чистая абсолютно, чтобы уже постелить на кровать чистое покрывало, а не которое здесь лежало, и кто, бог знает, кто на нем лежал, короче, детям себе перестирала. Такое, кстати, у меня впервые, чтобы я куда-то приезжала и все это стирала. Хотя сколько, хотя где мы только уже не были. А? Давай, солнышко, снимай шорты, пошли. Пойдем гулять на набережной. Потом хотим до Мегагрина доехать. И еще в планах сегодня успеть в парк. Ну, надеюсь, у нас это все получится. Поэтому давайте скорее. Так, вышли мы на набережную. И первым делом, кого мы встретили, двух уточек. Красота вообще. Ла-ла, фан-фан. Вошли, фан-фан. О, еще одна сидите. А? Целовались? Пошли.
пойдем сначала. Нет, вот. Я хотела тут снимать. Да, мы хотели снять квартиру в том же доме, где мы снимали в том году на набережной. Кто смотрел наши влоги, я помнит. Но мы не нашли ее. Именно. Было, да, ее не было вообще на Авито. И контакты хозяйки, к сожалению, блин, у меня не сохранились. К большому сожалению. Ну, может, в следующий раз найдем. Ну, будем искать на будущее, да. Ой, сколько вот этих, смотри. Коля. Вообще. Угу. Пошли. Оу. Вот в этом доме мы снимали квартиру в том году. Просто шикарнейший вариант. Слышно меня или нет, потому что такой, блин, ветер. Блин. Офигеть просто. А, так, а. Сейчас мы дойдем туда. В этом же месяце мы были, да. Пришли мы уже на несколько площадку на набережной, которая тут вообще, я говорю, мы в этом году снимали, показывали вам, кто-то может не видел, конечно, шикарный парк такой детский, карусельки, качельки, но тут только, ну, таких для малышей, скажем, даже Веронике это уже не интересно, больше для маленьких, а вот из таких вот развлечений, что попрыгать, там побегать, покачаться, пошли туда, вон, сейчас за них купим попить, пошли, конечно, хорошо. Вот. Ну да, вот смотрите, батуты от 3 до 99 лет. Вот так вот. Даже 99 можно попрыгать. Ай, прикольно. Так, пошли. На качели. У нас Илья, кстати, катается на машинке. Где-то. Кто-то уехал. Пойдем на этот, на качель. Там еще там много-много разных качелек, пойдем на них кататься с Вероникой. Пошли. Фу. Я, конечно, такие прикольные качели. Я тоже с Вероникой покаталась, пока Илья докатывал в свое время на машинке. Еще что меня аж штормит после нее теперь. У тебя? И меня еще штормит после нее. Так, сейчас покатаемся и чуть-чуть пойдем, пройдемся. Дальше будет видно, куда, короче, как. Сейчас, хорошо. Вероника наша летает. Ой, блин. Илья слез, моя голова закружилась. Да, Илюш? Сейчас я подтолкну ее. Так, хватит виситься. А мы зашли в туаль. Да, мы зашли в туаль. Да. Ты говорил, что там делать. Довольная, что слон зато, да, Вероника? Не надо нам дольче. Там был гель для душа, у меня его полно. Куда нам только еще? Дольче милк. Я очень люблю. Такси вызвала? Вызвала. Все, погулялись на набережной, зашли, поели. И еще взяли. Да, еще домой взяли. И теперь едем. Домой, да. Куда ближе к дому. Вот там тоже вечный огонь. Танк, как у нас, да? Как у нас резиновый танк. Да. Да, такой другой постамент. У нас тоже брянские шесть. Стоим, ждем такси. Что ты, Вероника, устала? У нас в Брянске точно есть вечный огонь. Это тоже на почту цыган еще. Да. У нас пьет тоже есть. Так, ладно, все, ждем такси. Ну, сегодня трезвый. А, точно. Победителям и призерам успешного выступления.
Так, ну что, ребят, все, наша поездка подошла к концу. Хотела сегодня снять с утра полностью рум-тур по квартире, где мы жили, но что-то я забыла, честно. Уже опомнилась, когда мы только вышли из дома, поехали. Ну ладно, уже не суть. А, как вы уже поняли, по награждению наши детки чемпионы, просто молодцы. Взяли первое место. Впереди еще один большой турнир, теперь уже финал Черноземья, где будут только все самые лучшие команды, сильные, вот кто занял первые, вторые места на этом турнире. В том году нам не повезло, мы взяли пятое место. Посмотрим, что будет в этом году. Уже как-то опыт есть, надо идти теперь только вперед. Сейчас стоим на автовокзале, зашли покушать KFC, вообще хотела покормить их в столовой. Там на вокзале есть столовая такая, вроде бы, ну, обычная столовая, там, первое, второе, но в итоге там ничего не было вообще. Какой-то задрыпанный рис лежал, котлеты рыбные, короче, в итоге я... Остатки роскоши, грубо говоря. Мы развернулись и пошли оттуда. Так, все, пойду забирать детей, они там доедают. И отправляемся уже на вокзал. О, Илья гуляет, уже меня высматривает. Всем привет, зрители и подписчики канала. Мы продолжаем наш лог, только уже в Брянске. Вчера приехали, естественно, ничего снимать не стали, потому что очень сильно устали, вымотались с дороги. Да, плюс пока приехали, пока вещи разобрали. Помылись, собака погуляла и спать, считай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, итак, у нас не воскресенье. И мы сейчас идем... Вообще приехали, какая-то база отдыха Десна. У нас в Брянске, мы здесь первый раз, мы здесь ни разу не были. Сегодня идем отдыхать с Вероникиным классом. Решили собраться на последнем родительском собрании, отдохнуть, познакомиться, потому что многих, так знаешь, просто в лицо, здрасте, до свидания, и все. Вот топаем. Блин, ни разу здесь вообще не было. Проход здесь, конечно, шикарный. Обрушенные дороги. Что, наша увидела уже? Все, идем. Вон, Илюш тут, уже ребята тут приехали старшие, нашел все занятия. Мальчик из садика еще его с группы. Сейчас детки ходят у нас младшие в один класс. Дети, а вы какой класс? Класс какой? Восьмой! Так, ну что, вышли мы с Герой на улицу. Ждем нашего... А, вон он уже идет, дружок. Локи, друга. Что-то, знаете, вообще силы, у меня даже нет сил встать. Вроде целый день гуляли, отдыхали, песни пели, танцевали. Привет, привет! Я помчался. Помчался. Скажи, что такое, Геда? Что это было, да? Что это, скажи, было? Ну, сюда скорей. Сил вообще нет. Так, ну что, все, мы дома. Купила, точнее, Владик мне сбегал, купил кефир. Да, который теперь после плотного обеда, полдника, ну никак уже не ужина, потому что уже все, кефирчика. Сегодня кефирчика и завтра кефирчика, потому что, живот просто распирает после шашлыков, плова. Короче, отдохнули шикарно, попели песни, поиграли в футбол, выбивала, вообще замечательно. Кто бы смелался? Да. Отдохнули шикарно, вот это я отдохнул шикарно. Ну, да. Ты вообще отдохнул шикарно. А вот ты отдохнул. Я отдохнул шикарно, это ты футбол смотрел и болел за свой Спартак. Я представляю, там стены бы содрогались. А, да. Да, вчера на Спартак вообще дома не ночевал. Ну, да, вообще. Думаю, я вообще так думаю, вообще переезжать. Ну куда ты собрался? В Даньке? Нет. Нет, уже нет, уже не Даньке? Уже не Даньке. А куда собрался? Расскажешь нам секрет? Ну твои же подружки смотрят YouTube. Нет. Расскажи им хотя бы. Так, да, все подружки знают. Да все, мы шутим, то подумайте, что мы всерьез. Да, мы всерьез. Чарли. Вот. Владик вчера пошел смотреть футбол Реал Мадрид. Они же играли допоздна, уже с ночевкой, куда, естественно, домой возвращаться в час ночи, как-то, а то и во втором. Как-то совсем поздновато.
Геда, доедайте давайте и в люлю все спать. Я лично мечтаю попасть только в ванну и все, и лечь в кровать. У меня сил вообще нет. На этом мы заканчиваем наш лог за несколько дней. Всем приятного просмотра. Увидимся с вами в ближайшие дни. И всем пока-пока-пока.